Анастасия Ивашова участвует в чемпионате Обилимпикс впервые. Для себя девушка выбрала компетенцию предпринимательства. Участница составила свой собственный бизнес-план по открытию автозаправочных станций. Это хороший опыт в получении каких-то новых знаний. Вот. Опыт на людях выступать тоже очень полезно. В этом году из-за непростой эпидобстановки чемпионат проходит в очно-заочном режиме. Участие в нем принимают студенты колледжей и техникумов региона с ограниченными возможностями здоровья. Для них это возможность проявить свои способности, заявить о себе и найти работу по выбранной профессии. За победу и выход на национальный этап соревнований борются 175 конкурсантов в 29 компетенциях. Например, издательское дело, художественный дизайн и разработка виртуальной и дополненной реальности. Рабочие места участников распределяются жеребьевкой, которую проводят эксперты в день официального открытия регионального чемпионата. На выполнение заданий отводится от 3 до 6 часов рабочего времени. Так как я связываюсь с этими людьми, я считаю, что это люди прям безграничных возможностей, это правда. Потому что такое у них желание добиться, они успеха, именно успеха, потому что они понимают, что это их шанс, реальный шанс. Все победители и призеры чемпионата получат дипломы и медали. По итогам конкурса сформируют команду Самарской области для участия в финале национального чемпионата. Мария Илчан, Максим Гусев, события.